В спортивной школе Олимпийского резерва состоялось первенство по чирлидингу. В нем приняли участие юные спортсменки округа в возрасте от 5 до 16 лет. Лучшие выступления отметили памятными призами и наградами. В спортивной школе Олимпийского резерва первенство по чирлидингу проводится ежегодно. Эта встреча стала третьей по счету. Как отметили представители Федерации чирлидинга в городском округе Люберцы, такие соревнования позволяют в первую очередь показывать родителям, каких результатов достигли их дети на протяжении года. Луиза Егазарян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.